Любой желающий может принести подарки для добрых комнат медучреждений Подмосковья. Проект существует для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно и не боялись больничных стен. В игровую зону можно передать небольшую игрушку, наборы для творчества, логические игры или конструктор. Сбором занимаются местные отделения партии «Единая Россия». Поэтому принести игрушку можно либо в партийное отделение, либо напрямую в добрую комнату поликлиники или больницы.